lost or afraid. I try to imagine what he might have said to me. No matter. Your imminent demise is inevitable. I love you, but I won't let anything happen to Rose. I've got this. Итак, добро пожаловать в игровую комнату, и почти закончили с Resident Evil. Осталось единственное дополнение, кроме наемников, там просто пострелушки. Новые приказы, хотя, да не, вроде пострелушки просто. Есть еще одно дополнение, Тень Розы. Вот в него мы и сыграем. По виду замок этого... Этого. Кто его знает, может, там есть секрет у мисс Димитреску между ног. У этой замок. Так, начать. Обычных. Не-не-не, никаких хардкоров. Чтобы выкладываться. Не, все обычное для обычных. Я обычный игрок. Хватит с меня хардкор. Хватит. Я чисто хочу тут уже расслабиться. Посмотреть историю. Так. И привет. Что тут у нас? А это кто? Прости, вообще такой? Опоздала. Ничего, я вот на солнце греюсь. Ты хотел сказать мне что-то важное? Только надеюсь, не про то, что Крис зовет меня вступить в свой отряд. Я уже 100 раз сказала ему, чтоб он отстал. Я вижу, как он гоняет тебя и остальных охотничьих псов. Нет, спасибо. Речь не об этом. Вообще, речь о тебе. Да? Я волнуюсь за тебя. Как дела в школе? Серьезно? Ты хотел поговорить со мной об этом? Девочки тебя до сих пор обижают? В смысле, считают меня чудовищем? Эй, хватит. Послушай, ты не чудовище. Чудовище. Ты сам знаешь. Поэтому я ни с кем не общаюсь в школе. Если они узнают, кто я... Ага. То есть тебе не с кем даже поговорить? Поговорить? О чем же? О том, что я не человек? Что я какое-то кошмарное существо? Нет, так лучше. Если нет друзей, то я их не убью. Ты бы избавилась от способностей, будь у тебя такой шанс. Я бы не думала. У тебя суперспособности, какой избавиться от них? Женщина, окстись. Что ж, ладно. Тогда я кое-что покажу тебе. Халявные плойки, игры, блин, там все что угодно. Кое-что ты уже знаешь о том, что Миранда помешалась на мутами цели и ставила эксперименты на живых людях. Вроде меня. Именно. Но ты не знаешь, что мы недавно нашли кое-какие данные ее опытов. Оказалось, она изобрела очищающий кристалл. Удаляющий мутамицелий. Да вы что? Очищающий кристалл? Если мы найдем такую штуку, то сможем ослабить или вообще отнять твои способности. Ты прикалываешься? Нет. Нет, но это лишь часть ее записи. Это, где вот этот сленг? Однако, хотя наш не крутится, кажется, в молодежных я кругах. Я догадываюсь, где раздобыть недостающие данные. Круто. Давай искать. Где они? Здесь. Что? Это часть мегамицелия. Он поглощает и хранит воспоминания тех, кто умер рядом с ним, включая Миранду и все, что она знала. Войди в его сознание, и ты, возможно, раскроешь загадку очищающего кристалла. Стой, в смысле, войди в его сознание? Войди в него. Ну, в общем, ты... Ну, ты, короче, ты вот это мегамицелия, и ты связан. Вот... Это позволит тебе получить доступ к его знаниям. Это безумие. Всего-то. Так не может быть. Да, 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 Роза, но это не опасно. Представь себе, что ты типа гуляешь по чьим-то воспоминаниям. Да-да, где-то я это слышал. Это сработает? Я предлагаю попробовать. Хуже не будет. Загляни в яйцо. Это безопасно. 100%, я уверяю, это безопасно. Блин,
Я Чужой Завет. Может, я сам, конечно, Завет не смотрел. Только обзоры. Ну ладно. Ладно. Попробую. Сейчас как ее вштырит. И она, получается, сейчас попадет как бы в память. Ну, в прошлое или просто в память. Роза прямо очень странная. Скажи ведь. Ага. Ей будто постоянно что-то мерещится. Крипово. Не подходи к нам, чудовище. Крипово. Никакого вообще с ней дружить. У нее на руке что-то шевелится. Меня сейчас тошнит. Заткнитесь. Да, походу, это не она в память залезла к мегамицели, это он к ней залез. Так, это походу мы сейчас... Так. Ты еще здесь? Не. Пес. Какой пес? Пес? Это у него такая кликуха. Пес. У этого лаборанта кликуха пес. Что-то не так. Сейчас откроет дверь, а там это вот от третьего лица, ребят. О, фонарик даже есть. Пам-пам-пам. Погуляем, посмотрим, что тут у нас. Опа, осмотреть. Так, судя по исследованиям, Миранда и Мегамицелия сохраняют воспоминания людей, умерших в области его действия, поглощая их своим органным сознанием. Простите, огромным. Кроме того, по опыту прошлых контактов с плесенью нам известно, что зараженные мутамицелием люди объединены в своего рода плесневую сеть. Плесневую, прям как интернет. Все в интернете это плесень. Ребята, блин, это просто прозрение. Мы все просто одна большая плесень в интернете. Отталкиваясь от этого, можно предположить, что люди с сильной взаимосвязью с мутамицелиями могут контактовать с воспоминаниями немеми умерших, которые хранят мегамицелии посредством данной сети. Предположительно, эту теорию можно испытать на лабораторном образце мегамицелия, который мы добыли 16 лет назад. Осталось лишь найти подопытного, у которого есть подтвержденная связь с плесенью. К сожалению, это проблематично. Правила нашей организации запрещают нам прямо контактовать с людьми, зараженными мутамицелием. Этнические причины этих ограничений легко понять, но они сделали невозможным подтверждение данной теории. И это ужасно, ведь какую огромную пользу могла бы принести людям возможность сохранять и индексировать человеческое сознание? Все, ребята, изи, сознание. Но это уже, по идее, другой человек, ну... Просто воспоминание. Он хранит само воспоминание, а не личность. Это шанс сохранить и даже восстановить величайшие умы. Возможно, нам удастся как-то обойти эти бюрократические перепоны. Да, и в первую очередь сразу тебя грохнем. Так. Открываем дверь в замок. Ну, на заставке и так было понятно. Что? И дверь скоро исчезнет. Осмотритесь вокруг. Карта есть? Карта есть. Лаборатория. Опа. Опа. Так, ну тут вообще, блин, перекособоченный замок. А чё у меня там? У меня пусто. Логично. Так. Кто-то тут в тюрьме сидит. Явно злой. Чёрт, надеюсь, это сейчас не вырвется наружу. И придется бежать, бежать. Ага, наверх, походу. Тут у нас пусто, кроме масок. А тут что, спуск вниз? А нет, просто туалет. А ну, одиночка. Одиночная камера. Что у нас тут? Надо действовать быстро, иначе я буду следующий. Я должна добыть этот кристалл. Чё, блин?
Это она сама себе пишет или что? Надо быть быстрее и добыть кристалл, а то я следующая. Опа. Там впереди у нас это... Не очень хорошее. А тут что у нас? Тут тоже не очень хорошее. Но нам вперед. Это с потолка? Вот же, блин, протекло. Это что? Ботинок? Чей? Неужели пса? Он что, вместе с нами сюда попал? Ну, это чисто воспоминание, по идее. Какая гадость! Что это? Это... Детка, тебе лучше не знать. Оу. Это впереди или сзади? Выпусти меня. А, ключ нужен. Тут кто-то есть? Здесь опасно. Что? Почему? Держись, я попробую поискать ключ. Новое задание. Найдите ключ от камеры. Так, тут у нас опасно. Оружие будет, я надеюсь? Или мы как в этом анабиозе? Ой, анабиозе, простите. Как он там у нас? Забыл, как эта игра называется. Амнезия. Я тоже. Анабиоз, амнезия, анестезия. О, тут у нас картины, зеркала. Ну, эти... Чё там, ключ? И куча трупов. Просто крюк. И чё? Она просто застопорила его. Окей, блин. Но меня не испугало это. Не скажу, что я был готов, просто не испугало. Чтобы создать предмет искусства, достаточно украсить труп зайчонка? Разложение не помешает. Примечание. Можно использовать грим. Он добавляет жизни. Откройте документ. Чтобы посмотреть документ. Окей. Какой-то зайчонка, грим. Где-то в погребе, в замке. О, ключ от камеры. Опа. Ты куда поперлась? Ты сначала открой. Или она чисто случайно наступила? Так. Я бы так не делал. Опа, это ее копия. Или что это? Это что еще за хрень? То есть... Сюжетные предметы, ну это понятно. Там получается, если вступить в это, так сказать, не очень классное... Маленький ржавый ключ, сильно потертый. Если вступить в эту... Какаху. Каху, каху, блин. Опа. Так, аккуратно. В смысле посмотреть карту? Ну да, вон впереди дверь. Гадость. А? Что это было? Жесть. Уже течет все. Неужели я сейчас открою и там какая-то жесть начнется? Теперь открыто.
Так, тут у нас только рисунок. Что это? Семья, что ли? Нет, дочери и какое-то чудовище. Что это? Нет! Во-во-во-во-во-во-во-во! О, вот это силушка богатырская. А как она оттуда спасибо, выбралась? Спасибо. Это она ничего, же. Я... Ты же просто как... Да, я... как ты. Ага, надо, чтобы одновременно встали. И полапали друг кто друга за вообще? Лицо. Я Роза. Что тут происходит? Надо уходить. Да подожди. Здесь слишком опасно. Ну, я согласен. Плюс у тебя чулочки, я вижу, под юбочкой. Значит, у тебя к тебе есть доверие. Стой! Погоди! Подожди! Как рвануло. А зачем тут... Да... Тебе помочь? Помоги поднять. Да без проблем. Девочка с чулочками. Точнее, Роза с чулочками. Поползла. Эй! Стой, куда ты идешь? Поспеши, Роза! Самое интересное впереди. А, черт, мы все пропустили. Слишком медленная. То есть там, где свет, ей поплохело. Какого хера? Воу. What the fuck? Ага, тут что-то есть, рычаг. Нужно скорее найти эту ручку. Ищи глубже. Я понял, там ручки не хватает. Вот здесь. О, нет! Пропал! Ну да, ручки не хватало. Не хватает. У рубильника нет ручки? Это так она типа, у рубильника нет ручки? Так, нам походу сюда, потом тут все закроется, наверное. Не понял. Можно туда и туда пройти. Там видите, а тут закрыто, наверное, с той стороны, да. Я по золотому этому ободку увидел на двери. Так, и тут что-то, по идее, есть. Что это только что было? Черт, что тут творится? Тут столько трупов. Красное, это значит, тут ручку надо забрать. О, блин! Ух ты ж, блин. Неужели ее? Да, ее, наверное, грохнули. Да, я забрал, валим отсюда. Что, что, что там? Что? Воу! 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 Это мутомицелий, он высасывает мутомицелий из девушки. И она стареет? Воу! Или она превращается в этого же? Воу! Прикольно. Он сдох или просто упал? О, нет! Нет!
Так, так. Так, все, я труп. Все, она, походу, сдохла. Нет, еще не сдохла. Так, как же медленно оно открывается. Пошел ты, подвинься ты! Упал как кусок мяса, блин. Говна, точнее. А, это вот это вот зама, ну... Что? Это тупик! Нет! Отвалите! О, там что-то горит. Воу, это уже походу на Dark Souls. А? Не трогай те склад. О, это ж склад, где была эта. Как ее, Димитреску? Ага, видите, видите, тут специально оставили. Сюда, окей. Неужели это Хейзенберг? Он обычно таким пишет. Так. Подождите. Тут чисто, да? Да. Нам сюда. Фу, все, валим оттуда, ну его нафиг. До свидос, лузеры. Сосите, соситесь там сами. О, это же замок, я же сказал, Димитреску. Мы прям возле ее покоев, вроде как. Да, и в уголок надо забиться и поплакаться. Однозначно. Ты цела? Кто это вообще пишет? Что? Кто? Кто ты вообще? Я Том... Не-не-не, не враг. Как его? Гарри Поттер. Как его там звали? Что там были за твари? Что здесь происходит? Забыл, как этого героя зовут. Уходи скорее. Как? Что это? Где я? Беги, пока можешь. Опа, сначала у нее какие-то мне вены. Нужно избавиться от этой мерзости. Здесь есть кристалл, убивающий плесень. Я должна найти его. Пока не найду, не уйду отсюда. Слишком опасно. Кто ты? Мой ангел-хранитель? Да, сейчас. Мне столько не платят. Ага. Неужели батя его? Ее? Да, разве Итан? Ангел, наверное. Гавриил. Михаил. Бомбадил. Майкл. Михаил. Майкл. Ладно. Майкл. А Михаил-то тут при чем? И что теперь? Что не так с переводчиками? Майкл, здесь опасно. Уходи. Теперь она подписана как Майкл. Окей, так, подождите. А тут можно пройти? Да, можно. Опа. Получить от вас столь важное задание – великая честь для меня. Сообщаю, что переданная вами жидкая бездна обладает чудесными свойствами. Ее самое очевидное применение – дать моим псам во время охоты. Это поможет им преследовать добычу, а еще она словно замедляет зайчиков, помогая поймать их. Некоторые по глупости входят в нее, и тогда им конец. Я не сомневаюсь, что смогу с ее помощью оправдать ваши ожидания, добиться желаемого результата. Это насчет вот этой вот жидкости, наверное. И кто-то тут затопил. А, тут ничего нет, кроме книжек почитать. Ну и кровати Димитреску. Можно за этот укутаться. Авось поможет. Забудемся. Так.
Сохраняйте игру с помощью печатной машинки. Спасибо. Спасибо. Приемная. Замок приемная. Приемная это в плане того, что как вот в офисе приемная? Или приемная дочь? Все, спасибо за просмотр и до следующих встреч в игровом зале в замке Димитреску. Все, спасибо и до следующих встреч. Подписывайся, пока.